посмотрев первую часть фильма, у нас уже появилось хоть приблизительное понимание временной шкалы так называемой истории, и мы можем начать углубляться в изучение главной темы этого фильма. Те же, кто не смотрел первую часть, вставим это видео на паузу и бегом включаем, смотрим первую часть, чтобы иметь все нужное понимание для дальнейшего исследования. И потом возвращаемся сюда обратно. Главной целью этого всего фильма является максимально близкое определение периода, когда же случился этот потоп в 19 веке. И мы на протяжении всех серий фильма будем подробно рассматривать ключевые даты, которые помогут нам в этом. Сюда можно отнести даты основания городов, постройки конкретных исторических зданий и даты случившихся событий. Например, чем ближе дата основания города к дате потопа, тем четче у нас понимание, когда это могло случиться. Так что запоминаем все даты, которые будут озвучиваться в фильме. Это очень важно. Итак, какие отличительные черты имеет потоп именно 19 века? Давайте их определим, чтобы не было путаницы, и по ходу расследования возникало меньше вопросов. Первым делом, конечно же, мы будем ориентироваться на кирпичные здания, построенные именно в 19 веке. И учитывая их даты постройки, будем пытаться определить приблизительную датировку потопа. Хотя при этом нужно иметь в виду, что официальные даты постройки могут быть случаями их реставрации после потопа. Это также нужно иметь в виду. Что мы знаем из официальной истории производства кирпича? Официалы нам пишут, что вплоть до 19 века производство кирпича было процессом примитивным и крайне трудоемким. Формовали его вручную. Сушить кирпичи можно было только летом. Обжиг проводился в небольших печах-времянках. В середине 19 века в технологии производства кирпича произошел настоящий переворот. Впервые были построены кольцевая обжиговая печь и ленточный пресс. Появились первые сушилки для кирпича, глинообрабатывающие машины, бегуны, вальцы, глиномялки. Это позволило вывести производство кирпича на качественно новый уровень. То есть, как мы поняли, только с середины 19 века началось активное развитие кирпичной промышленности в мире. Идем дальше. Всякие деревянные постройки, которые находят глубоко под землей, в виде бревен, срубов, частоколов и так далее, мы подробно рассматривать здесь не будем. Потому как они, в основном, имеют более ранний период строительства, и на них накладывается отпечаток сразу нескольких предыдущих потопов, что может запутать зрителя в этом видео. Вторая отличительная черта этого потопа – это то, что здания засыпаны по всему миру, на всех континентах. А это значит, что катастрофа была глобального масштаба. Отличается только глубина засыпания землей в зависимости от местности и варьируется от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров. Соответственно, на возвышенностях меньше глины, а в низинах, долинах и руслах рек гораздо больше. Третья отличительная черта этого потопа и самое главное – это засыпание почти однородным слоем глины, при котором все постройки остаются целыми и относительно невредимыми. За так называемую глину мы здесь принимаем однородную, мелкозернистую породу, состоящую из маленьких частиц минералов размером не более 1 мм. В идеале настоящая глина имеет еще мельче зернистость – менее 1/100 мм. Но то, что мы наблюдаем возле засыпанных зданий, это не идеальная глина, а просто однородная порода без каких-либо крупных включений. Сюда же можно отнести и песок тоже. По химическому составу и песок, и глина имеют одинаковые составляющие элементы. Так, например, глина в основном состоит на 47% из оксида кремния, на 39% из оксида алюминия и на 14% из воды. Красный цвет глине придает оксид железа, который уже идет как примесь. Песок состоит из того же оксида кремния,
но уже в повышенном количестве и достигает от 60 до 99%. Оксид алюминия и оксид железа в песке идут в небольших количествах и уже как примеси, которые дают нам определенную окраску. То есть, как мы поняли, основа и песка, и глины – это три оксида. И разница их только в соотношении этих химических элементов, размере частиц песчинок и примеси, которые влияют на характеристики той или иной породы. Это важное понимание для дальнейших исследований. Потому как мы позже увидим общий источник происхождения этих двух пород на поверхности Земли. Была постройка, скорее всего, рабочая версия, что это стеклоделительная мастерская, забор 12 века. В этой части вы видите в стенке внизу два венца. Живе викопне дерево, живі зруби мы не знаходили уже дуже давно. На многих фотографиях раскопок, да и просто при рытье котлованов, под тем же слоем глины мы видим повторяющиеся слои чернозема, как в бисквите. И если приглядеться, то можно увидеть между этими слоями чернозема прослойку земли, набитую разнокалиберным камнем, черепками, обломками древесины, ракушками и даже костями. Как вы поняли, эти слои чернозема указывают на относительно продолжительные периоды спокойствия на планете, когда за много лет в результате перегнивания органики, так сказать, нарастал плодородный грунт. Но эти слои чернозема сменяются безжизненными слоями разнообразной породы, по составу которой мы и делаем выводы о характере катаклизма. Поэтому запоминаем. Слои земли, в которых содержится много камней, щебня разной фракции, обломков древесины, травы, ракушника и так далее, относятся к более ранним периодам и потопам. Во многих регионах Сибири, Европы и Северной Америки есть слои земли, которые напичканы вперемешку костями разного рода животных, таких как мамонты, носороги, медведи, крупные и мелкие рогатые животные вместе с деревьями, кустами, дерном, камнями и так далее. Эти последствия катастрофы нужно относить, например, к античному или тартарийскому потопу. Тогда, как мы знаем, по причине падения космических объектов и даже смены полюсов Земли, огромные массы воды сносили все на своем пути, перемалывая строения, людей, животных, деревья и прочую растительность, погребая все под землей. Античные руины в Италии, Греции и Турции остались только благодаря прикрывающим высоким горам на севере. Но это, как мы видим, их в полной мере не спасло. В живых никто не остался. И напротив, в случае потопа 19 века, мы видим полностью уцелевшие и относительно невредимые здания, которые после реставрации и проделывания дверных проемов в местах окон на вторых и третьих этажах выглядели почти как новые. Это подтверждает, например, забор в Австралии, который остался в стоячем положении. В 1923 году в Мельбурне, после снесения старого здания, рыли котлован для строительства будущего театра Капитолий. У рабочих, копавших фундамент для будущего знаменитого театра Капитолий на Суонстон-стрит, не было готового объяснения, поскольку здание, которое они только что снесли, стояло с 1865 года. Мельбурн, как европейское поселение, существовал всего за 30 лет до этого. Там же, в Мельбурне, в 2017 году, в результате рытья котлована для постройки офисного здания, были обнаружены остатки целого квартала построек, высотой в один этаж, на глубине 2 метра ниже от нынешнего уровня земли. По рассказам археолога, проводившего раскопки, процесс заполнения фактически заморозил часть истории, мало чем отличающуюся от того, что произошло столетия назад, когда итальянские Помпеи были засыпаны вулканическим пеплом. В результате чего было найдено большое количество домашней утвари, предметов быта и других артефактов, которые сейчас хранятся в музее. Насколько мы можем судить, заполнение произошло в 1855 году, сказал мистер Треверс. Мы просто коллективно забыли об этом. Это важное заявление запоминаем, оно нам пригодится в будущем.
В 2020 году в небольшом городке Шелбивиль, штат Иллинойс, США, проводили реконструкцию центральной улицы и наткнулись на подземные этажи. Streetscape revamp. Now, while they were replacing the sidewalks, the history of Shelbyville dates back over 150 years. Как мы видим, подземные двери и стеклянные окна как раз нужны для того, чтобы общаться с кротами и другими обитателями подземелья. Что самое интересное, так это то, что город был основан лишь в 1827 году, а это значит, что потоп случился уже позже. В центре Киева на улице Малой Житомирской провалился асфальт, под которым обнаружили подземный этаж усадьбы начала 19 века. Памятника архитектуры местного значения. Специально обученные люди, конечно же, нам написали, что это был подвал, а не первый когда-то надземный этаж. Как мы видим по описанию, этот так называемый подвал никем давно уже не использовался, а память про него была утеряна. То же самое произошло в центре Москвы, во дворе дома в Филипповском переулке. Крупный провал грунта в центре Москвы, причем над ямой, которая образовалась, повис автомобиль. Площадь провала составляла около 15 квадратных метров, глубина – около 3 метров. Также про этот подвал все коллективно забыли. Подобных примеров по всей Земле огромное количество, и мы их будем постепенно исследовать. Чтобы понять причину этой катастрофы, нужно изучить подробнее последствия и проанализировать физику происходившего процесса, а именно, как это все происходило. И в этом нам могут подсказать своеобразные памятники, установленные во многих городах Европы. Сейчас их называют чумные столбы или колонны. Много исследователей реальной истории соглашаются в том, что настоящий смысл этих памятников был сфальсифицирован. А даты возведения этих колонн были растянуты во времени на 100-150 лет назад. По всей Центральной Европе, в разных городах Чехии, Словакии, Австрии, Венгрии, Польши установлены десятки таких колонн. И что самое интересное, что история установления везде однообразная, как под копирку, только меняются имена архитекторов и даты постройки. Если откинуть ту мутатень про чуму, что нам вешают официалы, и присмотреться внимательно на эти памятники, то можно выделить везде присутствие одинаковых шаблонов образов. А именно, спускающиеся с круглого шара некие клубящиеся столбы дыма или пыли. А что, если у выживших жителей сохранилась память про те события, и они все это отобразили, как видели? На чешском и словацком эти памятники звучат как «Моровий слоуп» или «Моровий столб», что в буквальном переводе означает «смертельный столб», а не то, что нам объясняют. И таких столбов в небе было великое множество, и они были огромными. И это не беспочвенно, потому как есть общеизвестный и официальный факт, что всю Прагу засыпали на 7 метров. Про это рассказывают экскурсоводы, которые водят туристов по подземельях города, то есть некогда первых и даже вторых этажах. В Праге насчитывается более 3000 исторических сооружений, и почти под каждым из них есть свое подземелье. Раскопки там ведутся до сих пор. Про это подробнее мы будем рассматривать в следующих сериях. Конечно же, я учел многочисленные комментарии, которые появляются под подобными видео, как это, в которых описываются воспоминания прабабушек и прадедушек о падающих камнях и глине с небес. Так что давайте немного пофантазируем, как это могло быть. Как мы понимаем, откуда-то появились так называемые камни, которые распадались в атмосфере на мелкодисперсную пыль. А некоторые даже долетали до Земли. Смешиваясь с водяным паром, в небе на определенной высоте происходили осадки в виде грязевых дождей. Также, как дополнительный источник воды,
могли быть ледяные глыбы, которые, падая на землю, также испарялись, смешивались с той же пылью и выпадали дождем. Впоследствии грязевые дожди накапливались, заполняя все улицы городов, заплывая внутрь зданий и помещений. Все было затоплено. С течением времени произошло оседание мелкодисперсной породы вниз и высыхание воды сверху, в результате чего и образовалась та самая всем известная глина, которая и засыпала первые этажи зданий по всему миру. И заметьте, не было никакого цунами, стремительного водяного или грязевого потока, который бы сносил здания, транспорт, людей, домашний скот, деревья и так далее. Ничего такого не было. Все оставалось на своих местах. При этом шел грязевой дождь долго, возможно, очень долго. Несколько недель или даже месяцев. Почему мы наблюдаем эту застывшую грязь не только в низинах, но и в горах, и на возвышенностях? Возможно, все дело в консистенции. Она была как шпаклевка или строительный клей. Потому как есть свидетельство, что та грязь облепляла все вокруг. Многие геологи отмечают, что коренные породы в горах, которые есть в данной местности, имеют совсем другой химический состав, нежели тот, что в глине. И даже при измельчении они никак не могут дать ту самую глину. А это значит, что она была привнесена туда извне, да еще и в таких больших количествах. И представьте себе, идет грязевой дождь уже полгода. Вода перестала впитываться в землю, а грязь дошла до уровня 2 метров. В том же самом австралийском Мельбурне есть история о наводнении, в которой рассказывается следующее. Тайна погребенной воловьей повозки. Тяжелые грузы обычно перевозились по Мельбурнской дороге через воловью повозку, двухколесную повозку, запряженную дюжиной волов. Неужели останки воловьей упряжки и ее повозки гниют под асфальтом и трамвайными путями на одном из самых оживленных перекрестков Мельбурна? Автор и историк Робин Эннер задает этот вопрос в своей книге 1995 года, воображая ранний Мельбурн, основанный на воспоминаниях Томаса Строуда, одного из первых газетчиков города. Строуд писал в 1868 году. «Мы помним один случай, когда упряжка волов настолько безнадежно увязла в яме на Элизабет-стрит, что животным позволили задохнуться в грязи. И никто не обязан был устранять неприятности, их останки вместе с телегой лежат похороненными на этом случайном кладбище и по сей день». Последствия этого наглядно можно увидеть по старой фотографии Омска, где, как мы видим, здания находились намного ниже уровня центральной улицы. И если слева эта разница по высоте небольшая, порядка полметра, то справа уже доходит до середины первого этажа, и мы видим только половину окон здания, а это уже высота в 1.5 метра. По бревенчатому частоколу можно понять, что дома пытались откопать, и чтобы земля обратно не сползала. Ее пытались отгородить таким импровизированным забором. Также здесь мы видим характерный деревянный настил, который присутствует на многих фотографиях того времени. Он нужен был людям для того, чтобы ходить и не увязать в болоте. Эта фотография уже более позднего периода, когда вода уже ушла в почву, улицы высохли и стали пригодными для передвижения.